привет, ребяточки, меня зовут Снежка, это мой новый влог. Начинается с того, что мы сейчас направляемся к маме всей нашей семейкой. Андрей там, дети, вот Ира вообще спит. Сейчас я подсвечу на нее, так смешно, просто спит на кульках. Сейчас. Вот, видите, там Ира, а там Дима. А еще с нами собаки наши любимые. Тут Кнопа, а там Ачи сидит. Как, котик? Ты придешь, но придешь, и штанов вторую пару ты мне принесешь. И мы будем мы с тобой навсегда парики. Я тебе. Все, Андрей, как дела? Я устала. Чего? Ну, тяжело, зачем этот баллонник для ребята. Андрей просто переобувается, тут плохо видно. Я открутил колеса, еле открутил, но открутил. Молодец. Мать моя женщина. Соня, как дела? С радостями. Давай. Я поснимаю алка, я лысая байзая, я читаю и я посетил ее. Вот так я шпила. Ты такую песню выучила? Да. А, ты крутишь волосы? Ага. На карандаш? Ага. Это лайфхак? Ну, повернись, покажи. Это лайфхак? Да. Ничего себе, первый раз такое вижу, София. Вообще шикарно, да? Можно такие локоны сделать, да? Да. Мама ж плойку не разрешает, да? Горячую. Нет. Нет? Я поснимаю алка, я лысая байзая, я читаю Эми, потом я спису, я никак про, ни сокла, ничего, стела никак тая. Да, София. Ты принцесса маленькая? Да. Маленькая? Да. Классная? Да. Смотрите, ребят, как Ачи облизывает маленького синочка. У нас тут только животных. Собака 1, собака 2, собака 3. Тут еще есть котик маленький такой. Ачи, смотри, щеночек. Маленький щеночек, да? Сейчас София будет показывать нам, как она на роликах умеет кататься, да? Да. Красивые ролики Софии Барби. Давай, одевай. София, тут же надо носки эти одевать, наверное, да? Нет. Нет? Я так умею. Что, Ачи? Что там? Маленький щеночек, да? Это маленький щеночек. Кнопик. Мамин дотик любимый. Что, ну покажи. Вау, как ты катаешься, только аккуратно. Классно, София, молодец. Ты сначала расскажи мне, как у тебя дела в садике? Нормально. Чем ты там занимаешься? Чем кормят вас там? Что? Чем кормят вас в садике? С супом, котлетами, потом с чаем сопивают, и все. И все? И кашу с. А какую кашу дают? Клечную. С молоком или без? С молоком. С молоком? И с макаревками. С макаревками. С макарошками? А игрушки есть у вас там в садике? Есть, конечно. Да? Да. Все у садика спят. Да? Так я его спим, потом ему. Все ваши занятия, да? Да. А потом вечером домой, да? Ну да. Что, собаки? Вы собаки маленькие такие, да? Самые красивые собаки в мире. Исать! 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 Ты его воспитываешь? Да. Ачи, Исать! Ачи! Ачи, не можно! Ачи, на! Ачи! На! Он не голодный, Соня. А кто голодный? Вот. Не знаю. Кнопа, может, будет кушать. А тебе все это заткал. Нет, сам это взял. Надеюсь, я это заснял.
я решил починить свою клавиатуру старую. Ну, просто... У меня когда-то была она, это Logitech. Это и клавиши, вы, ребята, понимали? Около 10 лет. 10 лет клави. Вы посмотрите на клавиши, они даже не стертые. То есть они в отличном состоянии. Вот тут, конечно, да, можно уже буряк выращивать. Тут какой-то мох, грязь, вот вообще, типа, все очень плохо. Ну ничего, зато она беспроводная, а фирма Logitech-то хорошая. Вот, а Снежка будет тоже монтировать вот на такой. Она проводная, но она светящаяся. Вот, так как я клавиши знаю, где находятся, мне, типа, все равно. Сус, ты что, шива? Ты что, рук 80 штук чешу? Ну, тоже, бачишь? Это... Там есть. Так меньше, наверное. С неделю. Наша новая собака Ачи к Снежке очень сильно быстро привыкла. Меня она шугается. Один раз дал по жопе немного, потому что обосрала и обоссала все. Все, бля, это обидчивое существо. Оно все время идет на свал. Снежка, бля, кричит на него по делу. И он нормально все равно к ней идет. Я, в общем-то, смотрите, блин, это взгляд. Ачи, смотрите, да. Я, в общем-то, один раз только ему сказал, говорит, нельзя, все шугается, руку поднять невозможно, все время вылазит. Сейчас давайте чуть расслабим хватку. Ого, Ачи. Он готовит план побега, думает, да, расслабься. Сейчас я дам дёра. Ачи, блин, такой вот, маленький. Это сейчас камера Снежку включила, такой, и он сейчас маленький. Более-менее спокойно стоит. А до этого только что вообще такого дерца давал, ребята. Он играет роль на видео. Ачи, ты ж, блин... Такой засранец. Что тут, камеру включили, так все? Другая собака, типа, покажите, какой член дебил или что? Ачи, ты за камерой, за кадром? Тут другая рубрика началась, котик. Ты за кадром? Вот тут тебе нюха, ты что, издеваешься, Ачи? Только что показывал, тут волосы на мне рвал. Котик, наоборот, радоваться надо. Ачи, сейчас выключим камеру. Ты будешь совсем другая собака. Ачи. Маленький мальчик. Этот взгляд такой, типа, вы все говно. Ой. Выключишь ты камеру, тебе покажу. Да. Так. Давай, Ачи. Нет, ты серьезно, да? Смотрит на камеру. Ачи, ты издеваешься? Ачи, ты ровно минуту назад только что отсюда бежал. Что за взгляд? Ачи, я чуть тебя не узнаю. Слышь, ты блогер подрастающий. Я чуть не понял. Ты только что бежал от меня. Я тебя спрашиваю, что за хрень, Ачи? Воспитание. Кнопик. Кнопик. Ты такой маленький кнопик, да? Кнопик. Маленькая собака такая, девочка. О. Что, Ачи, ты уже убиваешь-то? Ачи, ты издеваешься? Это что, нужно мне всегда камеру брать для того, чтобы ты нормально себя вел, или что? То есть тут уже ложите меня, чухайте. А минуту назад ты такого трепака давал, лицо по 5 копеек свое делал. Ага, вот. Убивает. Ачи. 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 Мальчик мой, да? А камеру такой видим, перепуганный. Да? Поставь лапку. Кнопик. Посидись, вот я поглажу. Кнопусик. Так, Ачи, даю задницу, мне нравится. Ляжем, Ачи. Я буду тебя чухать. Ты будешь меня чухать, ты будешь меня нюхать, да? Ми-тю-тюм. Да, Ачи? Что-то ты мне, Ачи, не нравишься. Ты какой-то непонятный. Ты собака какая-то, знаешь, какая-то на приколе. Тебе минуту назад ты от меня убегаешь, а через минуту ты можешь опять давать гладить. Потом опять убегать, потом гладить. Снежка тебя орёт, а тебе вообще насрать. Я на тебя один раз наорал. Все. Ну, что такое? Ачи. 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 Ачи, иди сюда. Иди сюда. Вот смотрите, ребят, вот он лежит, да? Я только что гладил. Ачи. Ачи, ты издеваешься? Ты должен был убежать. Ты только что убегал. Не пароль, да? Ачи, ты еще давай ближе меня. Давай. Не? Ты такую роль не играешь? Все, лежим пока.
Вот чем тебе плохо? Ты лежишь. Вот что тебе возмущаться? Тебя чухают. Это пульт. Это не пистолет. Лежи себе, балди. Нет, ты это бывает выделываешься. Еще срёшь там, где не надо. Хоть бы ачи, хоть бы раз там, где нужно, насал и насрал. Хоть бы раз. Я бы тебя бы там... Я бы тебе не знаю, что бы сделал бы. Торт бы испек. А ты ж, падла, срёшь, на весы насрал. Вот объясни, зачем было на весы насрать? Тебе было интересно, у какого веса твоя кокуля или что? Ну, много мест было. Была пеленочка. Нет, на весы насрал. Прям еще по центру. Хотел взвесить. Что, стыдно? Ну, куда ты уходишь? Ты давай разбираемся по вопросу. Ач, иди сюда. Иди, маленький. Ач, ты такая маленькая собака. Да. Кнопа, как дела? Кнопа. О, какие зубчики у тебя, Ачи. Беленькие. Чистые зубы, да? Каждое утро. Будете так вместе спать. Да? Жизнь такое спортлото, полюбила, но не то. Выиграла в любви джекпот, присмотрелась, идиот. Я для всех накрыла стол, есть и перчик, и рассол. Будем мы сейчас гулять, наливать и выпивать. Хорошо, все будет хорошо. Громче храпит, мама или папа? Мой попусик. Попусик храпит? Да. Покажи, как он храпит. А мама как храпит, покажи. Кнопа, ты чего не реагируешь? Ачи, интересно? Ачи, интересно? Кнопа, а ты чё телек не смотришь? М? Интересно тебе, да? Ачи, интересно.